В районах Ульяновской области местные активисты уже рассказали первым лицам и федеральным тренерам о планах развития своей малой родины. Теперь стратегическая сессия перешла из муниципальной темы в отраслевую. В этот раз обсудили пути решения кадровых проблем с работниками ульяновских предприятий. На этой стратсессии собралось 30 человек из сфер промышленности, образования и Минздрава. У нас сегодня порядка 30 участников, так как у нас ковидные меры, в принципе, ограничение до 50 человек, чтобы мы здесь попадали. Это лидеры профсоюзного движения нашего региона, это с различных предприятий, с различных отраслей, как из заводов, например, НПО «Марс», механический завод, «Авиастар», УКБП, УАЗ, так и с отраслей образования, Ульяновский строительный колледж, например, здесь присутствует, педагогический университет. После приветствия от команды стратсессии участники приступили к мозговому штурму. Они быстро написали свои идеи и представили их специалистам Центра стратегических инициатив. Юлия Веселовская из профсоюза педуниверситета хочет улучшить ситуацию с грантовой поддержкой некоммерческих организаций. По ее мнению, появление отдельного раздела в грантовом фонде поможет профсоюзам получать больше поддержки от государства. Мы занимаемся защитой прав своих сотрудников, своих работников. И вот такое специфическое направление – хотелось бы, чтобы оно было тоже отмечено, в частности, в фонде президентских грантов. Евгений Качагин из технического университета считает, что деятели профсоюза должны сотрудничать с властями и воспитывать патриотизм в обществе. Также Евгений хочет изменить правовые условия для рабочего класса. Раз у нас достаточно много работников, то, конечно, назревает тот момент, как юридическая помощь по типу юридического патронажа профсоюзного движения. Потому что у нас есть поддержка юридическая, скажем, инвалидов бесплатная, мы все знаем, есть поддержка определенных групп, но вот поддержка нашего рабочего класса, она как бы стороной обходила. И вот вторая идея у нас была такая, как создание юридического патронажа при профсоюзах России. Студент строительного колледжа Роман Безроднов отошел от профсоюзного лейтмотива и затронул не менее важный аспект нашей жизни. Юноша каждый день приезжает из Заволжья на этот берег, и не всегда этот путь гладок. Долгие ожидания автобусов и пересадки молодого человека не устраивают. Роман выступает за введение новых маршрутов. Должны быть обязательно с железнодорожного района на ту сторону, потому что таких нету на данный момент. Также с нового города, с верхней террасы, с нижней, вот, чтобы проходили через новый мост обязательно, проходили по северу. И люди, которые учатся, к примеру, в политехе, в моем же строительном колледже, они могли спокойно добираться оттуда. Затем пришло время голосования. Участники наклеивали к стендам разноцветные стикеры под предложениями своих коллег. Чем больше стикеров, тем больше шансов инициативе попасть в народную программу развития. Активисты, представленные в нашем материале, набрали достаточно голосов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.